Уже совсем скоро наступит главный мужской праздник. И сразу возникает вопрос, что подарить нашей брутальной половине человечества. Так вышло, что за Днем Защитника Отечества закрепились хрестоматийные подарки. Носки, бритвенный станок и парфюм. Интересно, какой он? Идеальный подарок на 23 февраля. Об этом мы и спросим саровчан в новом выпуске программы «Хочу сказать». У нас скоро 23 февраля. Какие обычно подарки дарят вам? Что принято дарить в этот день? И какой он самый идеальный подарок? Принято дарить? Носки мужчин. Это же банально. Не банально? Да нет, почему? Так, носки важны, да? Конечно. А что еще можно? Еще? Шампуни всякие. Наборы. Ну, точно. Четко ответить на этот вопрос я не могу. Во-первых, наверное, дочери подарок. Либо открытка, нарисованная ребенком, если мужчина – дочка, либо написанное поздравление дочкой. А еще лучше, если ребенок учится в художественной школе, и то, и другое вместе. Подарок самый лучший – это мы. Красивые и без масок. Эмоции, впечатления, там, поход, не знаю, там, в пейнтбол поиграть. Ну, я вот из Москвы, да, то есть вариантов много. Можно какие-то вот такие сюрпризы. Или там бывают для мужчины еще букеты, там, из, ну, знаете, всяких там соленостей, там. В общем, такие мужские букеты тоже, это как бы, несмотря на гендер, я думаю, любому мужчине будет приятно. Сложно выбрать подарок мужчине. Я подарю лично ремень для брюк. Все. А какие еще были варианты? Ну, что-то из одежды, рубашка, какая-то футболка. Да не знаю. Идеальный подарок. Ну, хорошее настроение жены. Ну, я приготовила для своего папы памятный подарок, который я сделал своими руками. Я вложил в него очень много сил и души. А не хотите пожелание какое-то оставить? Поздравление. Ну, пускай все наши мужчины будут здоровыми. Хочу пожелать, чтобы они любили своих женщин, заботились о них, и чтобы каждая любимая женщина была для них единственной. Чтобы они оставались мужественными, смелыми, защищали своих женщин, приносили в домашний очаг какое-то спокойствие, здоровьем крепкого, да? Ну и чтобы их вот любили, уважали, на работе ценили, конечно, чтобы они в достатке были там, чтобы они зарабатывали хорошо. Ну все, им самого хорошего. Наша редакция поздравляет всех мужчин с Днем Защитника Отечества и желает счастья, здоровья, любви и исполнения самых заветных желаний.